многих предприятиях страны проходят митинги в поддержку призыва Всемирного Совета Мира к общественности всех стран развернуть массовые совместные действия за прекращение гонки вооружений. Советские люди, говорили ораторы, стремятся сделать все, чтобы само понятие войны было навеки забыто человечеством. Выступавшие подчеркивали, что награждение генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева высшей наградой Всемирного Совета Мира золотой медалью имени Жюлио Кюри еще раз подтвердило высокую оценку всеми народами программы мира, разработанной 24-м съездом партии. Говорит предельщица московской тонкосуконной фабрики Людмила Кудрявцева. Мы требуем остановить гонку вооружений, чтобы сделать разрядку международной напряженности необратимой, обеспечить прочный мир во всем мире. Советские люди единодушно одобряют внешнюю политику советского государства, его последовательную борьбу за мир.